Ну что, наконец-то мы вернулись. Привет, лопата тут. Все, всех О, видно. теперь два человека. Отлично, отлично. Теперь всех видно. Ага. Только подобрать чуть-чуть, да, нельзя ничего. Из лута. А потому что ты должен запустить корабль. Да. Понял. Мы на ту же планету, ну ладно. Ну что, я предлагаю вторую вылазку сделать более продуктивной, поэтому кто-то остается на камерах. Например, я. Ну давай. Да, давай. Че там? Так, а ссылка вторая. Ну не у меня. Ну, видимо, просрали. Хотя я вроде складывал в этот шкаф. Молодц, клал свою. Ну, вот так вот работает сохранение. Да. Лопату забирайте. Где лопата? А, вот она. Отличная лопата. Там говорилось в меме, кто ответственный за лопату, да? Ну пошли тогда. Чего ждать? Пойдемте. Странно, странно. А вот, нашел. Стойте. Нашел? Да. Нашел. Вон они, на земле. Кто ну, тогда давай я постою на бубочке. Прием, прием. Прием. Нашли? Да. Да, нашли. На, держи. Так, хорошо. Давай, давай. А это. А ты вот это тогда... держи. А ты тогда держи вот эту рацию, а я с фонариком. Да подождите, у меня уже наоборот. Есть лопата. С чего вы там? А, ну все, хорошо. Заберу себе. Тихик к тебе отдать лопату. Часов. Одной хватит, я думаю. Ну ладно, хорошо. Давай, я контролю. Все, все, пошли. Вообще правильно идем? Так вообще лично не очень, потому что по краю. О, улей. Это мы трогать не будем. Вон мост вижу. Хорошо. Да что-то как-то пока стрёмно с ним связываться. А чем улей, интересно, можно убить? Говорит, чем ули чем можно убить? О, хрен его знает. Я так понимаю, забайтить и отбежать. Так, право, лево, лево, право, прямо. И в кол. Ну чё? Направо, налево. Давай направо. Шли. Дырка. Не будем прыгать. Опасно, сука. Ох, кола. Ага. Взял. Взял. Ничего. Все. Маленький ноут есть. Скинь лут. По-быстрому. Время создать. Ага. У первого. Че, давай сюда. О, чайник. Чайник нашли. Нашли чайник. Ничего нет. А ты слышишь, что мне пора? А ты не слышишь, что по рации мне говорит, да? Не, это только в модах добавили. Ничего нету. Говорит, что-то видит.
Нет, да, да, мы в тупике. Ну, значит, налево надо идти. А, нет, там еще вниз можно было. Здесь были. Видишь, по другую сторону. Друзья, вниз еще. У нас стенка тупик. А, нет, здесь были. Блин, как, куда там идти надо? Вот здесь, давай глянем. Да, нам сюда. Раз. Один момент. Вот сюда, говорит Пайт. Три 15. Он говорит, что если мы перепрыгнем, там будет лут. Бля, я не хочу. Давай я попробую перепрыгнуть. Ну давай. Ничего нету, ничего нету. Тупик. Говорит тупик. Понял. Вообще ничего не вижу, проходить нет, туда не надо, нет. Там, туда не там надо. На, вот сюда, да, прямо, прямо. Прям, прямо туда. Говорит. Туда. Понял. До конца идешь, потом на до конца налево. До конца налево. Идешь и спокойно, не бойся, ничего. Никого нет. Нету. Перейти на то, что... Ай, там какая-то ебака ходит. Это таракан. Да, очень похоже на... Торговца. Может, даже на пальто. Это торговец тут. Торговец, ну ладно. Вот, нет, подожди, обернись. Ты мне ничего... Обернись, ты ему ничего не говори, он ничего не слышит. А, он ничего. Я буду за тобой следить. А почему он тебя рацию вдруг отдал? Ну, потому что мало ли он... наебнется, а рация потеряется. Отведи меня. Ты мне скажешь. Ну, так речи до него, скажи, да, да, тут, тут торговец, и в том месте, где ты ходил, там три лута должно было быть. Но вроде ничего особенного. Я подобрал зеркальце и два ключа. Ну, у меня фонарик сдох. Я думаю, надо возвращаться. Хера не нормально, Хикс перепрыгнул и неудачно. Разбился, я видел, да. У тебя там места хватает или прийти помочь? Прийти помочь. Я туда без рации приду. Но... Там два ходят, так что аккуратно. Да,
Там около дверей чайник и. Вижу, да я вижу, вижу, вижу. Это было очень на тоненького. Привет. Пиздец. Здорово. Ай! Ой, тут бьет. Тут еще эти. Ты за собой привел. Кого? Пчел. А. Фу, это было очень на тоненького, очень. Супер. Очень. Да, красавцы. Да. Хорошо, хорошо, я это тебе все-таки фонарик решил отдать. Да. А я просто пошел в темноте, ничего не вижу, только зеркальце нашел одно, два ключа. Так, ну уже есть что-то, на вот есть. И. Полетели на Марс тогда. На Марс? Это Цели. Болото. Марч, если я правильно помню. Ладно, не важно. Ну, действуем, наверное, что так. На тумбочке, давайте я. Или ты, хочешь? Если ты хочешь, ну, ты хорошо. Постой, мне все равно. Ну, мне очень нравится, поэтому. А, давай, давай. Следующий раз будешь стоять ты, давай. Побегу. Не, замок, я с удовольствием, мне ходить. Ну давай. Так, все. Рация, рация. Рация. У тебя вторая, да? Вот что-то мне фонарик не выключается. А. Че, помчали? Сейчас лопату возьму, а лопата при мне уже. Так, рацию, рацию. У кого рация? Тебя? Тебя и у Коди. Меня, да. Давай тебе отдам. Нет? Я, кстати, вот так что-то говорю в рацию? Нет, ничего не говорил. Возьми. Да? Я тебе фонарик отдам. Да, у меня лопата будет. А давай, все, помчали тогда. Да, все. Все, рацию включил. Осторожно, там пролом надо по кругу походить. Все справа. Да. Кажется, быстрее будет. А, да, слышу отлично. У меня это блин, чайник. Зачем мне чайник? Что, работает раз перед ним или нет?
Так, скажи Хиггсу, что я сейчас к нему прибегу. Отлично. Сейчас он прибежит, подожди. Иди, он сейчас прибежит. Я просто каким-то раком чайник забрал. Он решил чаю попить немного, чай беседа с тобой, да. Но я не боюсь никого, ничего. Ведь я не боюсь никого, ничего. О-о-о-о-о. Солнце взойдет. О. А. Я вижу, ты там уже набрался. Да, все, набрали. На уровне, говорит, больше ничего особого. Ну, пошли наверх тогда. Он говорит, что здесь 20 предметов на 1600. Ага. А монстров на сколько? А монстры? Есть монстры? Перепрыгивать не хочется. Он говорит, там лут в той комнате. Давай я сгоняю. Ну, ладно, давай попробуй. О, вижу кубик Рубика. Да. Хорошо, здесь больше ничего нету. Больше ничего нет, говорит. Еще есть? Понял, здесь тупик, больше ничего нету. Тупик, больше ничего нету. Есть контакт. Забирай. Хиггс. Забирай грацию. Правильно иду? Не сюда. Обратно. А, у меня здесь тупик. Куда надо идти? Фаер наверх. Наверху фаер экзит. Лестница, говорит, подняться. А. Лестницы спуска вниз нет. Ну что, туда? Вот здесь вниз. Вот здесь вниз есть спуск. А это главный, понял. Где ты еще не был? Слушай, ну мы здесь, получается, везде были. Пойдем туда наверх еще раз. А точно, да, пойду тут скину. Время 3 часа. Угу. Ну тогда наверх. Слева справа тупики. Наверх. Наверх, да. Ну, пришли, пошли, да. Прямо тогда. Да, вот он говорит тоже прямо пойти. Прямо, 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 прямо. Ничего нет, говорит. До конца налево. Налево. Так, мина. Леха-муха, у меня фонарик кончился. Мин где-то. А, вижу железяку большую. Ага. Двигатель и железяка большая. Пойдем обратно уже. Предлагаю возвращаться и домой. Ну что, направо? Да, да, направо. А, по-моему, не важно было там стрельнуть. В
все. У нас три больших предмета, поэтому ты можешь сюда идти, если что, захватить. Ой, тихо. Время уже 5:20, я думаю, надо перетаскиваться. Надо валить. А тихо, блин. Привет. Ты дома, детка? А где? Коуди. Где-то бродит. Это стоит. А, нет, идет, идет потихоньку. А у нас там еще пара вещей было, правильно? А, еще здоровая вещь и. Мелочь какая-то. Ну, у нас прям полный трюм добра. Ага. Ну это последний день был, да? О, подходит к нам, да. Походу, да. Да. Че, забрал все? И... Ну, вроде все, что оставалось, да. Супер. Такое ощущение, что надо лететь домой. Ну, в смысле, в компанию. Ой. Надо улетать просто отсюда нахрен. А тут ходят всякие посторонним вы. А сколько у нас еще времени? Один дейс? Походу все. А, ну, все, да, походу дедлайн. Ага. Угу. Не люблю, когда разговаривают. Так, ну мы не все же продавать будем, правильно? Конечно, ну, наверное. Я все мелочь скинул в ящик. Чем-нибудь закупиться, еще что нам надо купить? Я может телефон? Я, да я подношу, а вы тогда относите корабля. Понял, давай. Уже все перескали. Сколько там выходит? 251. 100. Здоров. 200. Спасибо. 300. 18. Ну вот, не удалось пошутить, успеть. А сколько надо было всего? Точно 30. Ну чё, жри давай. Ага, не поймаешь. Как ты вовремя пробежал, как раз когда рыбачок был. Так, на 331. А, если бы мы кого-то перевыполнили даже. Еще и осталось. Ну, давайте, если... Хотя я, наверное, закажу, а вы мне просто говорите, что вам надо. У нас 336. Ну, я думаю, нам нужны фонарики у нас... и... Воки-токи и лопаты. Я бы заказал еще один фонарик. А да. Я бы еще, знаешь, что заказал? Я бы заказал еще спрей-пейнтер. Интересно, рисовать будешь? Ну, чтобы... Чтобы помечать, где были, где не были? Да, типа того. Попробуем такую тактику.
Хорошо, сейчас организуем. Один есть. Фонариков сколько беру? Три бери. Я думаю, один можно про запас. Ну или три, да. Если, хорошо, если деньги есть, конечно. И деньги есть, деньги не проблема. Бабки не проблема. Да, 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 именно. Стан гранейдами пользуетесь, флешками? Нет, не знаю, как ей пользоваться и для чего. Пока еще не пользовались, да. Хорошо. Иди забирайте тогда. О, быстрее, быстрее, быстрее. Так, у меня два фонарика. Мне тоже. Ага. Все вроде как. Ох, сколько я всего понабрал. Телепорт нам не нужен? У нас пока не хватает денег. Понял. Ты еще что-то прилетит, да? Да, уже прилетело. Можно поменять одежду, прикольно. Да. Смотри, я в зелененьком, и ты тоже. Теперь мы не в робе защитников. Теперь у нас армейский комбинезон. Нет, у нас комбинезон химзащиты походу. Блин, выключите этот фонарик, не понимаю. А вот нормально. Я его ставлю, он включается, зараза. Да, нет, у меня вроде выключен. Ага. Ей! Даже бонусик есть. 239. Может, что-то для корабля можно заказать? Что это такое там? Нет, пока у нас только 146 монеток. Не, ну, я предлагаю лететь получится. На базу, кого-то мы выполнили уже. На базу отдыхать. Да, вот твой корабль это база. И это база. Это база. А ты бывал на платных планетах? Привет. Да, бывал. Что я теперь? Ну, мы теперь разноцветные. Отлично, фонарики цветастые. Ну все. Да, бывал я и на Титане был с лобби пацанов. Ну там, конечно, очень жестко. Понятно. Интригует. Слушай, а вот ты рацию положил. И ты слышишь через нее, когда говорим? Когда она лежит включенная, нет. Ну только слышен звук, когда вот это пшк-пшк-пшк-пшк. А понял, понял. Да. Да, есть за этим какой-то хитрый замысел. Ну да. Красота. Смотри, сколько пулта. Ага. Та-дам. Приземляемся. Сейчас это транклюкатор надо купить. Что случилось? Раз, два. Знаю, у тебя тоже надпись не пропадает. Во. Я просто гружусь долго, извините. Транклюкатор купить. Транклюкатор, это ты про что? Про Тизипиган? Это я этот скинзазы. А. У нас тоже своего рода кинзаза. Ну что, повторим тогда? Давай, да. А как это работает? Смотри, кстати, твой баллончик с
Баллончик со спреем перезаряжать нам можно как-нибудь? А я не понял, как он вообще работает. Может, на корабле не рисует? А, смотри, во-первых, тебе надо его повзбалтывать немножечко, вот эта кнопочка Q, по-моему, за это отвечает. Ага. Вот. И лучше всего рисовать на контроле. Вот так вот, при сиде. Это лучше всего делается. Ага. И вниз смотришь, собственно, на пол тогда. А, понял, окей, ладно. Ну чё, помчали? Я зеленый теперь, да? Да. А, надо еще зеленый костюм надеть, чтобы полностью совпадало. Что, поехали? Поехали. Давайте. Я вас координирую, пацаны, как обычно. Давай. Понял, принял, обработал. Нам сюда. Тут стенка эта. Ты меня покрасил? А ты и так зеленый. Вон выход, походу, вот. Да, вот. Нашел? Вот это я не знаю, походу нет. Что-то я тебя потерял. Ты рацию, кстати, не брал? Я нет. Ты там? Ты перепрыгнул, что ли? Нет, тут выход. Сейчас я жду, дорогая. Пошли! Бамбер граффити. Какой-то грохот. Та же фигня. Понял. Возвращаюсь назад. Удобненько по твоим маркерам бегать. Сюда. Давайте идти сюда. Направо.
Ой, ой, ой. Да, у нас просто два двигателя в руках. Теперь два. И сюда, подожди, Гайд. Подожди. Так, это отсюда не надо, потому что это прямо. Туда, там закрыто. Ты уверен, что туда? Прямо? Налево. А, вот, вот, да. Еще раз налево. Блин, этот паук меня вымораживает. Говорю... У нас три двигателя, там паук бегает. Надо возвращаться, уже время 5. Так, у нас на 133 двигателя. Это три двигателя, один ключ. Да пойдем да. Уже. Ну, время уже 6, наверное, надо топать. Да. Пока туда-обратно все дела. В другую сторону. Сюда. Пойду принесу пока второй двигатель. Да ёкарный бабай. А, тут близко. Собачка ходит. Еще один остался. Нет, уже все принесли же. 4. Ой, 3. Подожди, там же скинули, нет? Не-не-не. Ты же принес свой? Свой принес. Я потом подобрал, как ты скинул. Да я просто не понял, там же три было. Ну, а как? Вот они все три тут лежат. Я один скинул и пошел за вторым. В этот момент подошел Коди, уже подобрал тот, а я подобрал тот, который скинул. Окей, не разобрался, понял. И как, помог тебе твой спрей? Да, вроде как. Ну, так правда, систему надо выработать, а так вот почему-то неплохо. Mm-hmm. А я тоже так ориентировался, в принципе, по стеночке. Ты меня подкорректировал еще. Да, там в некоторых местах я плохо отрисовал, поэтому там не очень хорошо получалось. А так в целом, да, видишь, понимаешь, что ты здесь проходил. И куда идти-то? Так, у нас еще 2 дня. Да, так. У нас только одна планета без погодных явлений. На нее? Думаю, да. Хотя, ну, можно и с погодными, в принципе. Ну, веселее. Два шторма и 2 затопленных. Затопленных не надо. Шторм, конечно, весело. Нет, тоже не надо. Давай лучше обычный, ну так. Можно подороже.
Ты профессиональный возьми. Потому что он должен дольше держать. Да. Ну, я думал сначала дерьмо потратить. Так а как ты его? Не будешь рацию брать? Ну, помру и потрачу. Я трачу и не плачу то, что поднял вчера Ази на 3 быстро топора. Переключаться. Только колесиком мышки, да, можно поврить по предметам? Да. Ахайски. Ну, в принципе, мы вместе ходим. Зачем мне рация? Ну, может быть, чтобы ты был тоже на связи, сразу слышал все. Ну, да, может быть. Но у нас всего 2 рации давай сейчас, поэтому... Ну, просто это занимает слот, если что. Я без рации, парни. Тогда держи. Да. Не, если хочешь, можешь постоять на камерах. Если хочешь, давай я постою. Мне как бы все равно. Я люблю побегать, как бы. Я по камерам еще не особо опытный, но могу постоять, учиться. Ну, давай попробуем, да, я разомнусь немножечко. Ну, так. Давай. Дред, тебе Марик? Дать камеру? Ой, камеру, извини, пожалуйста, этот рацию, или мне бегать? Давай! Давай ты! Ну, хорошо. Давай, да, я буду за тобой смотреть. И возьму паршивый фонарик. А чё, всё? У неё ограничены. Чёрт, блин, а? А счастье недолго длилось. Блин, пипец, бесит. Ну, пойду без этого. Было весело. Надо больше закупать. Так, отходил. И теперь я здесь с вами. У тебя чем защищаться есть, поэтому пора выдвигаться, я считаю. Лопата. Да-да-да, только не по моей голове. Тут, да, я ключик еще взял. Пойдем. Отлично. Так. А, смотри, там у тебя рядом с дверкой, во-первых, нарисована красная она или зеленая. Если она красная, там на ней написаны цифра, одна цифра и одна буква. Ты их вводишь просто в консоль, и все, и она открывается. Точно так же точно так же и с турелями работает. Там, если турель увидишь, она на 5 секунд отключится, если ты введешь ее номер и цифру. Турели, они, ну как, они просто в коридоре стоят, и там красная точка еще вместе с ними, поэтому ты их спутаешь с дверью. Не-не, там говорит, ничего нету. Пошли в другую сторону. О! Есть такой контакт. Пойдем за мной, пойдем. Угу. Ничего не вижу. Есть? Ты в какую сторону пошел? Есть что-то вот перед нами? А. Тупик. Так, тут у нас тупик, да, тупик. Так, ты где там? Пойдем. Идем сюда, наверное. Ага. Вариантов-то особо нету. А сейчас? Да. Говорит, лута нигде не видит. А вот здесь... Ой-ой-ой-ой! Пальто. Там пальто. Ой. Там пальто, которое сзади подходит и голову скручивает. Нет, ну проходи, мы только первый раз засветились. Надо, знаешь... Я просто пошел наверх, а там тупик. Я понял. Ты нас предупреждай, когда эта красная точка будет близко, потому что она со спины нападает и голову скручивает. Мы хотя бы успеем обернуться и посмотреть на нее.
Ну пойдем тогда вот сюда. Что у нас? А, здесь у нас закончился. Тихо. Вроде он никого не видит, значит, туда можем смело шагать. Ну, у нас подъем наверх, ну да ладно. Так, там тупик. Ой, пальто! Пальто пробежало. Вон туда, правильно смотришь, в ту сторону. Такой у тебя зеленый фонарик. Я понял. А, вот там. Ну там красная точка, там жижа, а между, мимо нас пальто прошло. Ой, жижа точно. Ну, теоретически можно вот на эту. Ну, потому что она телепортируется. Ой, почти бежит, идет на нас. На жижу все равно, она такая легкая. Но нас сейчас больше пальто беспокоит, потому что оно может нас обоих сразу приговорить. Говори. А, вижу пальто. А. Ты так, подходи ко мне, пожалуй. Ну вот туда, вот по диагонали, вот туда. Трэп, ты еще живой? Я еще живой, я тут. Ага. Ну тогда обойдем его так. Давай. Вперед, будем искать пожарный выход, потому что туда выходить не вариант. Ага. Мы попробуем найти пожарный выход. Так. Перед нами лут, говорит. Перед нами? Да, где-то здесь. Где ты стоял, там и лут желтый. Где я стоял? А, вот, все, нашел, вижу. Все, да, вижу. Оп, тихо. Это жижа просто за нами. Ага. Ой, пальто идет, пальто. Вон, видишь, пошло. А что, ну пальто? Это пальто за... На пальто нужно... За нами. Ну смотри, да, потому что оно нападает со спины, поэтому я говорю, нам надо держаться вместе, чтобы оно на наши спины не нападало. Красные точки, выход. Ориентируй нас, пожалуйста. Ну извини, у нас... Налево. У меня полный инвентарь. Заберешь? Ага. Так, хорошо, вот в этой комнате. Я нашел. Так, надо выходить. Сейчас. Ага, хорошо. Ориентируй нас примерно хотя бы на какой-то выход. Ага, так. Пальто ждет нас вот там. Поэтому надо... Правее по коридору будет еще одна... А, вот он. Так, вот. Смотрим на него. Да, только да. Долго не засматривайся. Посмотрел чуть-чуть и это. Потому что если ты долго на него смотришь, ты агрессируешь его, прям вплотную идет. На наверное, тебя я атакую. Наверное, сюда. Там очень трудно. У нас две двери перед нами закрыты, и перед нами пальто. А, подожди, у меня ключ же есть. А, у тебя ключ есть? Давай, открывай. Я пока смотрю. Так, нам двигаться жалейка. Пойдем. Я просто смотрю. Ага. И это закрыто. Здорово. Черт. Давай сюда. Да. Пустая тупиковая комната. Блин. У нас закончились ключи. Да. Возвращаться как? Ну пойдем. Скорее всего, кто-то из нас выживет. А кто-то нет. Нам просто с одной стороны. Сверху не обойдем. Пускай на нас немножечко пройдет.
Его теперь можно обходить. Давай. Все, можно обходить. А тут тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Смотри внимательно. Да. Нельзя нельзя спину подставлять. Ты вот. Блин. Что я? Сейчас. Мог взять? Не, все нормально. Я просто. Осматривай себе спину иногда. Ага. Да? Ой, я ключ нашел. Ну ладно, он мне нужен. Назад. Ага. Сюда? Нет. Вот сюда. Слева за углом красная точка вот здесь. За углом. Так, первый поворот направо. Вот сюда, да? Сюда. Красная точка из-за угла справа. Из-за угла справа. Нам налево. Ой-ой-ой, это пальто. Смотрим на него недолго. Господи, как же мы его пытаемся контрить. Так, глаза. Тихо. Пальто идет на меня. Бля. Приветствую. Там вообще темно было. Ух. Быстрее! Ты как, иди сюда, ты скорее! Как только слышишь учащение больших шагов, все это значит на тебя среагировал монстр. Тебе надо сразу бежать. Не надо прятаться перед ним. Ты не успеешь просто. Да там просто темно было, я ни хрена не видел. Ну, парни, пока. Поэтому смотри-ка, ты бежишь? Ну какая тактика ночью? Против этих монстров ты бежишь, когда у тебя заканчивается стамина, ты присаживаешься и ползешь. Да, тебе меньше шансов, что заметят. Ну да, но фишка в том, что я присел, и я понял, что я ни хрена не вижу, то есть вокруг. А тебя заметили. Да. Да, пальто скушало меня все-таки. Короче, меня плохой штурман. Ну нет, у тебя получилось, правда, ты немножечко поздновато среагировал, когда ну, нам надо было выходить. Но в целом хорошо, нормально. Я не пойму, как пальто это видеть, потому что у меня вообще ничего не отображается. Ну ты смотрел вот на этом мониторе. Вот на этом мониторе. Да, смотрел. И чтобы было тебе лучше видно, вообще, в принципе, оно должно, по идее, и здесь отображаться, но ты входишь вот сюда в консоль. Вводишь команду одну в U-монитор, и у тебя здесь хорошая картинка будет отображаться. Вот. Интересно, так. Вот смотри, вот у тебя меню сейчас главное перед тобой. Там внизу самая нижняя Other команды. Others. Зайди, посмотри. Там есть команда U-монитор. Ага. Сейчас она не работает, потому что мы не на планете, но это тебе просто, чтобы ты знал на будущее.
Понял, короче, надо включать монитор хороший. Да, 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 да. Я просто тоже постоянно сидел на этом. Я думал, что ну, у меня рация, и она не работает. То есть, когда я сижу за этим, например, я просто смотрю в него, а рация не работает. А сейчас с вами зашел, проверил, и все работает, и поэтому я сижу на этом мониторе. Ну да ладно. Так, у нас есть еще все деньги понятно. На. Да. Есть у нас еще деньги на воки-токи. У нас одна воки-токи, да? Да. Да, одна. Ну что ж, придется ужаться, поэтому я закажу тоже одну. Блин, а ты почти дошел, да? Я смотрю, ты уже рядом был. Даже вышел, я... ты покричал, говорю, я здесь! Да-да-да. А, он, да, ну... Да, я присел-то, но там темень какая-то вообще страшная в 11 часов. А фонарик-то у меня не было, как бы. Как там по телевизору? 11 часов, ваши дети дома? Я вообще как-то... Летим в дождь, пацаны. Вначале... Блин. Хорошая вещь, только недолговечная, как все здесь. Как будто полбатончика, баллончика дали. А вы, видимо, отвисли немножечко. Мы... Фонарик, одну рацию берем, да? Че, кто куда? Да, я на камерах. Я забираю сейчас по ссылке рацию. И координирую вас. Ссылки в описании? Да, именно. Колокольчик сейчас буду нажимать. Все, тогда пошли. А, он заберет сейчас? Да-да. Блин, потная была, потная катка. А спрей, по-моему, хорошая вещь. Ты говоришь? Я говорю, спрей хорошая вещь. Да-да. А мы опять. Я по нему ориентировался. Что ж такое-то? Вы, кстати, там много чего набрали-то? Ну, он взял с собой пару ящичков. То есть ящик и лута. У меня там был еще один лут и это шестеренка. Ух, ёб твою мать. Да-да. Слышно, я чуть не утонул. Видел, видел. Это вот эти темные места во время дождя. Лопаты у меня нету. А ты вступил в кооператив, друг? Я вступил. Я вступил. А ты? О, бутыльки. Прямо говорит идти. А тут... Понял? О, еще один. Я лопату оставлю. Ага. Я оставил лопату. Мина. Ты как бы... Говорит турель. И что-то движется.
Ой, ой! Ой, ой! Вали, 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 вали нахер! Ух, бля! Да, кто-то меня ужалил так нехило. Там... Пошли нахер отсюда. Ну чё, чё делать будем? Да пошли отсюда. Может, ты пойдешь потаскаешь с рации, а я пока это самое перетаскаю. Что потаскаю с рацией? Давай я тебе рацию отдам, а я пока потаскаю. И что я с ней делаю буду? Ну, может, что еще найдешь? Так там уже ты этот самый товарищ. Раз, раз. У меня просто здоровья не осталось. Ну, я тебя слушаю. Переключился на тебя, но пока ты не зайдешь, я не увижу, что там происходит. Вижу никого, все чистенько. Прямо и налево, вы уже ходили, там тупики, там ничего нету. Там, да. Единственное, знаешь, налево, вот где лестница, вы не спускались вниз или не поднимались вверх, не знаю. Вот там я не видел. О, вижу, отлично. Проходи в дверку. Да. Заходи, заходи, там ничего нету. Ничего страшного. Открывай вот эту дверь. Слева в углу. И, скорее всего, лампа, да? Да. Да, все так. Бутылки и лампа. Так, возможно, Хиггса скушали. Потому что рядом со мной червь прозвучал очень грозно. Возможно, он его скушал. Да, доставай лампу, доставай она. А второй лут тоже большой, да, был? Наверное. Бутылки. А Хиггса, как я и подумал, скушали. Не зря я слышал этот звук рядом со своим кораблем. Скушали весь лук, который он нес, так что тебе надо будет аккуратно идти. А, так. Еще уже идти? Ну, могу? Ну, у тебя... Место есть? Ну... Все тут... это перенести, есть место? Ну, у меня один маленький... Ну, нет, я могу только один перенести, еще останется для второго большого. Так, ну, бери. Маленькое и большое, я тебе сейчас буду говорить. Значит, смотри, как только я тебе буду говорить, что под тобой червяк, тебе сразу надо скидывать лут, бежать просто к кораблю на всех ногах. Пока рядом с тобой красных пятен нету, все хорошо. Бери и иди. Правильно идешь, молодец. Нормально, все нормально. Он как только будет в поле видимости, я тебе сообщу. Пока нету никого. Хорошо, все спокойненько. Давай, отлично, можешь даже ускориться, пробежать. Оп, назад, 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 срочно. Нет, нет, он сейчас будет под тобой. Просто беги, просто беги. Вперед беги, вперед беги. Да, да. И там два лута. Не знаю, что тут еще добавить. Спрячь по ящику. Так, на 346, квота 239. Может, пускай улетает, проголосуем. А у нас последняя, да? Ну, у нас же еще продать можно в этом ящике.
Ну, если все помрут, то все, по идее, улетит. Ну, давай тогда, я голосую за улет. Давай. А, ну это если его съели, это его съели с лутом. Чё, я-то пойду там добирать, поэтому... Ну, что смогли, то достали, как говорится. Скушали уже на подходе, к сожалению, да. Червяки — это неприятная штука. Забавно. Ну вот и мы. Да. Да. Ну там остался только ящик пива и двигатель. Ну. Не такая уж и большая потеря. Вот если там был золото. Рисковать всем ради одной. Ну тогда. Да. Что, не туда? А, выходите, я вам сейчас поднесу и двигатели, и все. А куда ты скинул? А вот на углу стоит, я не скидывал. Все, да. Ну, если что, можно докинуть. Восемьдесят восемь. Маловато. Так, надо еще что-то. Давай, набирай. Положи и скажи, сколько там будет тебя. Сейчас, подожди, не спеши брать из этого, из комода. Сейчас, может, он скажет, все, хватит. Так, 203. Клади. 235. Сергей? Сколько нам надо? О, а 239. Ой. Просто все, одно что-то доложите, да. 332, я дал колбу, стало 332. Отлично, все, остальное можете не класть. Ой, ну молодец. Кто-то решил побаловаться немножко, да? Да ты опасный. 332. Так. Смотрите, какое есть предложение. У нас 346 сейчас. Мы можем купить телепорт. Это надо еще что-то со склада продать. Ага. У нас фонарики есть, пепси есть, пультик еще есть, да? Пультик вроде как я нужен. Смотрите, 346. У нас 40 баксов у нас. Да. 40 баксов? Да, вот колу 40 баксов лежит. Вот давайте колу, одну только колу, и как раз нормально. А, пультик, я теперь буду им баловаться. Ну да. Причем ты даже из корабля выходишь, ты будешь где-нибудь лутаться в комплексе и можешь вырубать нам свет. Прикольно. А зачем? Все, значит, колу относится. Ну, я не знаю, это прикол от разработчиков. Ой. Угу. Это также зачем здесь бумбокс есть? Ну, для чего? По факту. Там вроде просто для веселья. Вроде как он эту плазму успокаивает. Ну, не совсем и не всегда, конечно. Она просто на нее отвлекается, да. Отличненько. Все, значит, заказываю телепортер на все деньги. Ну давай. Последний рывок. Все, готово. Но это я буду вас спасать или возвращать ваши трупы. Угу. Как получится. Ну да. Нарики у нас есть, рации у нас есть. Господи, я услышал, нарики у нас есть, думаю, какие нарики. Нарикам день. Думаю, все же адекватные, да. И нарики тоже есть. Стартуем. Так, фонарик подзарядил. Стартуем. Либо... Рацию тоже подзарядил. Икс. Так, квота 372.
Нет, это мы сдали на 372, да. Квота справа. О, вот теперь наша 379. Новая. 379. Немало. Да. С другой стороны, больше денег принесем. Нажимайте рычаг, приземляемся. Фикс, ты помнишь, как я вот так вот указывал на радаре, вот так вот указывал какое-нибудь направление или еще что-то, помнишь? Нет. Ну, я вот, например, стоял вот так вот и вот так вот дергался на радаре, это было видно. Ну, короче, видимо, к чему я не обратил на это внимание. К чему я все это говорю? Если у вас все будет очень плохо, вы вот, ну, как-нибудь нет, понял, вот так вот. Крутите, да, крутитесь немножечко, не обязательно полностью, просто так, да, дрыгайтесь, как будто, ну, неестественно, ну, естественно для вас, но неестественно. Вот, тогда я буду вас телепортировать, да. Я понял. Желательно вы прям... делать это чуточку заранее, потому что 5 секунд оно будет брать вас в телепорт. Да-да-да. Вы прям в желтых костюмах, как это самое, назад будущего. С значками радиации. Да. Ну все, теперь вы зелененькие, все нормально. Green Team. Ну все. Маскировались, тактическая маскировка. Фонарики вы взяли. Можете флешку еще взять, если хотите, но. Ой, я тоже возьму фонарик на всякий случай. Возьми, да. А, да, фонарики ж скушали, точно, точно, точно. Все, помчали? Ну, давайте, да. Забудьте. Так, ты рацию взял, да? Не-а. Не взял? Тогда пойдем за рацией. Только хотел вам об этом сказать. У нас рация вообще есть? Или только одна осталась? Да, где-то лежала. Одна рация. Где-то лежала вторая. Одна рация, да. Ну, сейчас закажем. У нас, слава богу, чуть-чуть денег есть. Тогда давай, пока твою рацию возьму. Чтобы время не терять, давай. Побежим уже. Только подожди, подзаряди, возьми ее, подзаряди, да, там она чуть-чуть подсевшая. Все, побегите. Побежали. О! Ага, ты тут. Да-да. Все, пошли. Сокол, сокол, я зря как слышно. Да, опять мы прилетели на Татуин. Или что это, плюк? Да вообще идти, блин, надо. Ты это самый геморройный постоянно, да, идешь, не понимаешь, куда идти. А, вон, вон, да, все правильно. Mine entrance. Угу. Говорит, 17 объектов на 1403. Угу. Ох, сейчас чувствую, залутаемся плотно. Ой, да. Или нами плотно залутаются. Че, прямо или направо? Налево. Налево. Налево говорит. Чуть дальше в дверь пройди и налево. Все. Давай подняться. Так, здесь дверь. Здоровая дура. Пустая. Йо. Там, там, там пустота. А? Там Twin Peaks вас.
комната. Люди говорят, спуститься вниз. А там что-то тварь. Тихо, тихо. Да-да, кто-то быстро бегал. Большой. Говорит рукоход. Ой, бля. Блин. Что? Тихо. На него надо смотреть. На него надо смотреть. Отвернешься, он побежит. Вижу. Ну так давай. Он... Смотри. Помоги. Знаешь как? Стой, смотри на него. Смотришь? Да. Стой, смотри на него. Я пойду заберу лут. Давай, давай. Тихо, 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 тихо. Теперь я смотрю. Отходи назад. Я смотрю на него. Все, отходим. Смотришь? Да. Выходи. Как нам теперь выйти? Смотри. Выходи, выходи. Так, закрой, закрой ему двери. Попробую, давай, 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 давай. Все. Иди, иди на выход. Он говорит нам пройти. Куда? Он говорит пройти за него и закрыть. Так, ты предлагаешь сейчас пройти его, да? То есть один стоит, смотрит, я прохожу. Так, проходи, смотри на него. Я? Давай, 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 давай. Сзади, ой, блядь! Бля, он... Живой? Я просто повернуться никуда не мог. Ну, к сожалению, как мне показалось, его скушало пальто. Его скушало пальто, да. Он зашел по плану за этого манекена и, в общем-то, там... А оно очень резко в кадре появилось. Я просто не успел его предупредить о том, что там пальто. Оно просто раз-два и все. А он же еще, знаешь, он смотрит на этого монстра, а спиной повернут, и тут это, опа, его, скушаем. Синька. Да я вроде смотрел, ну ладно, не важно, поехали отсюда. Чё-то... Ну чё-то как-то вообще без лута. Ну да. Ну ладно, уже... Слишком много монстров. Ты тут вообще надо куда-нибудь иди. Блин, мне... Я не знаю, как вам, но почему вам так удобно, что вот так вот у вас... Ну, поставь как хочешь. Я просто думал из разряда, ну, типа, если какая тварь будет залазить... Ай-яй-яй, ай-яй-яй, мы же столько лута за дверь вынесли. А-а-а-а! Блин. Вот бывает случайно. Еще только не поехали обратно. Ну поехали. Жалко, на тебя смотрел, стоишь в углу. Не, ну схема с этим сдерганием, она, конечно, сработала. Я так понимаю. Эх, у нас одна только воки-токи осталась. Все, команда снова в сборе. Да. Пойдем все вместе. Ну что ж, поехали. Да, что ты делаешь? О, так. Сейчас дождик. Смотрите под ноги на зыбучие пески. И смотрите. Эти могут быть черви, да? Черви, да. В дождь они особенно активны. А черви агрятся, когда на пески заходишь, да? Да. Ой, а что здесь водичка? Да, ты просто шумишь, топаешь, и они на это, собственно, идут. Но если... Я так понял, здесь вода подниматься будет? Нет, когда тебя червяк близко, во-первых, ты слышишь характерный звук, вот этот такой,
Как у трансформеров, я не знаю. И вокруг тебя начинает земля так это подниматься. На вниз, нет? Да. Поэтому ты должен в этот момент просто все скидывать срочно. Бля. Да, неудачно. Так а здесь вода не будет подниматься, точно? Ну, около корабля, но она будет подниматься со временем. В основном около корабля она. Так, здесь турель сразу направо, там турель стоит, осторожно. Там я вниз. Блин. Так, ладно, я налево лутался, поэтому я налево, пожалуй, продолжу. И... О! Так, пацаны, вам свет еще нужен? Че, хочешь отключить? Ну, я вижу лампу, да. Да у меня тут это... темнота какая-то. Ну хорошо, я пока не трогаю тогда. Не-не-не, ты выключай, включай там, что надо. Просто я тут... Не, ну мы без фонариков. Хиггс просто далеко. Хиггс? Что там было? Да, я перепрыгнул еле-еле. А Хиггс? А вот Хиггс что-то молчит. Да, что-то мне кажется... И шум. Или сварился. И шум какой. Опа, турель. Турель аккуратно. Да. Ну давай пока рисковать не будем, у нас там целых две лупы на 100, поэтому давай пронесем. Ага. Понесли? Ух, затоплено. Подожди, не спускайся там, не спускайся, чуть-чуть правее еще иди, вот мимо вагона. Вот здесь. А? За мной иди. Вот это тут море. Но... Так. Не здесь, а вот здесь вот по горочке вот так. Оп. Пойдем за мной. Ладно. А где кораблик? Я вижу кораблик. Вот, отличненько. Приходи в пилеве, да, там пока еще не глубоко. Здесь? Сейчас я заберусь.
А, я понял. Ты так запрыгнул. А там на краешек, на уголочек получилось. А. А забери-ка у меня, пожалуйста, эту. Сейчас. Прибор. А хотя. А как? Можешь? А, я сейчас, сейчас пойду подальше чуть-чуть. Ну-ка. Тянешься? Хорош. Так. Ну. А Хикс. Еще... Хикс еще живой. Да? Да, там вокруг него еще какие-то блин. Твари бегают. Это да. Ну очень далеко. Он где-то на Fire Exit, скорее всего. Шестянка. Хикс, хикс, хикс. Опа, тупичок. Есть одна интересная штука, кстати, для корабля. У нас, видишь, есть слева внизу синий такой чат. Да. Ну, это вообще сделано для тех, кто без микрофона играет. Да. В корабль можно поставить специальный прибор, который будет отсылать текстовые сообщения, вот даже Хиксу. Типа трансмиссион? Да, 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 это он. Что-то он застрял. Мне кажется. Застрял он. Да, есть. Моему пора делать вот так. Да. Ой. Недолго он прожил. Надо было его сразу забирать. Ну ладно, не важно. Ну. Пора взлетать, я считаю, потому что больше мы ничего тут не сделаем. Это да. Давай. О, еще и монстры подкатили. А, у меня написано, его причина смерти — гравитация. А, свалился с этого. Никто не съехал, никто не скушал. Короче, я так плотно залутался, у меня был подарок, мобила. Карман, и я просто разбился. Там темно, я запутался, кто-то бегает, какая-то девчонка мне говорила, help me! Что это вообще было? О-о-о, это очень плохо. Это что за... что за девчонка? Она будет потом казаться только ему, мы с тобой видеть не будем. Мы будем считать его сумасшедшим, а потом по итогу эта девчонка близко к нему подбежит и оторвет голову. Отличный план. Если он вовремя не выйдет из помещения. Я взял телефон, решил по нему позвонить. Позвонил, услышал голос и крики чьи-то душераздирающие. Потом гудки. Ого. Потом я ходил, и кто-то говорил, help me. 7 дней. Вы мне верите или нет? Вы мне верите? Ты псих, ты псих. Такой не может быть. Телефон. Я правда говорю, я с кем-то по телефону разговаривал. Это заброшенная колония. Почему вы мне не верите? Почему вы мне не верите? Вы видите эту девчонку? Это заброшенная колония, здесь никого не должно быть. Блин, ну, это так обидно. Но я запутался, честно, я, мне кажется, я бы не вышел. Время бы, наверное, уже закончилось. Эй!
Вот ты мне не веришь, а я ведь думал, ты погиб. Потом я услышал твой голос. Я ведь не бросил тебя, я стоял, ждал, но не мог тебя найти. Потом, когда я уже ушел, услышал твой голос и думал, ух, слава богу, ты живой. Ну я так по шортката прошелся, как бы. Смотри, что это вы. Осторожно. О, сверху свет горел, да? Колба. Колба. Бульбулятор. Ага. Да. В темноте, конечно, хоть жесть. Ничего не понимаешь. Ага, давай, вынеси и... Блин, уронил колбу, разбил. Шучу. И чё, прямо? Пойдем прямо. Нету твари, а? А тут этот? Вот этот упер подарок, сволочь. Но я успел еще один этот взять предмет. О, на той стороне бутылка, ой, ящик с пивом. Давай туда. Пойду вынесу. В другую сторону. Оно здесь было, вот так вот проходить надо было. Вот здесь вот. Ой, блять! Тут это личинка. Вот она сверху, сверху, сверху. Над потолком. А, тварюка. От сволочь. Вон там вот отсюда видно. Я могу, конечно, скинуть все и забайтить ее на себя. Ну да ну нахер. Знаешь, как можно от нее? Я знаю, что от нее можно избавиться, если выйти на улицу. Мы же недалеко от выхода, да? Да. Мы не выдвигаем. Давай я скину. А, тут пройти. Давай я скину все. Тут смотри, тут прямо и на налево. Вот, ты бери, я пойду, и ты будешь меня это ориентировать. Все, пошли. Че, она пробежала, что ли? Где она? Нормально так. Давай просто. Здорово, сенсей. Да ничего, нормально, вот играем. О, во, во, что это за собака? Вон она, вон она, вон она, да, да, да. Ай, и таракан этот. Только здесь пинаться нельзя. Нам точно туда надо? Или пошли прямо? Давай пойдем. Где там ходят. Тут интересно, куда эти воришки лут весь скидывают? Они же по-любому куда-то относят. Они тут, наверное, носят где-то, не знаю. Да. Так, отвались-ка. Жалко, здесь нельзя как в Чивалре ногой пинаться. А, тупик. Печок. Вот здесь. Тупик.
Это ж тупик. Надо к личинке, что ли, идти? Походу. Пойдем. Да, осторожно. Тихо, тихо, тихо. А, нам, мне показалось, отражение света тут такое. Так. Блин. Отвор. Спасибо за кота. Так. Ну что? Сюда сходим. Давай, да. Подожди, вот он туда убежал. Может, он куда-то туда отнес подарок? Пойдем посмотрим. Ну, главное, он, чтобы нам пизды не дал. Здесь у нас лопат. У нас лопат нету. Да-да. Шо нахер. Так, ты где? А я сейчас. Ой, бля. Где? А я на, вот на... да, там это. Так, стой, иди прямо и. Ай, блядь. Черт. Блин. Блядь, вас уже двое. Ладно, пойду относить лут. А, это этот, блин, шейхулут грёбаный. Я просто, я не знаю, увидел там кого-то там рядом, а потом такой, а, блядь, что происходит вообще, что, где? Че Коди пришел с двигателем назад? Ну, видимо, он от этих шейхулудов бегает. Да. Да, сенсей, это еще по скидке она сейчас. Да, Lethal Company, по-моему, она без скидки пока еще. Ну, по крайней мере, да? А, нет, да, без скидки, точно. Но она не такая дорогая, точно. На самом деле. То есть... Ну, да. То есть она в наших пенатах 10 евро. Да, а так 385, по-моему, рублей. Ты слышишь, что это эхо? Да. Ой. Слышу. Не, собака. Мы говорим, и от нас эхо. Ага. Сразу вспоминается. Две собаки, что ли? Ой, две собаки. Стой. И она прям на него идет. Да-да-да. Мне сразу анекдот вспоминается, типа... Ну, что там... Умер... Черненко этот... Кто там предыдущий был генсек? Ну, неважно, какой-то политработник. Ну, и, значит, разговаривает с другим политработником. Он на небесах, типа, спрашивает первое. Но кто там сейчас у вас был за генсека? Ну, Горбачев. Типа, а кто его поддерживает? А что его поддерживать? Он сам ходит. Да-да. Так, Хикс отдыхает. Да-да-да. Пацаны, понятно, все с вами понятно. Все хорошо, все отлично. Да меня, по-моему, сожрали каждый раз. Давайте так. А, трупы телепортируют. Я уже не успею вернуться за вещами, к сожалению. Трупы телепортируют. Трупы. Блин. Уже не успел. Ай-яй-яй, не работает. В смысле не работает? Да. Должно же работать. Да, я тоже. У вас, да, тоже по скидке, по-моему, был. Нет. Не успел, да? Нам, видимо, улетело, а он... Most profitable.
Вот это пот, о, пацаны. А вот да, я смотрел. Ты еще пришел потом назад. Да. Да. Меня сожрал этот лицехват. Я слышал, да. Я слышал. Причем недалеко от меня он тебя сожрал. Да. А меня сожрал шейх Улуд на улице. Причем где-то рядом с тобой. Ну вот. Вот, вот, вот. Эх, плохо. У нас 239 вроде, да? Ну... 304 уже насчитал. Сколько? 304. Ай-яй-яй, нам еще много чего не хватает. Походу нас выкинут в открытый космос. Да. Да. Так, походу пришло время включать артмани. У меня там еще... Вот если бы мы взяли мой лут... Я, там была одна лупа на 100 рублей. Нам бы хватило. Ага. Да блин, у меня тоже полные карманы были, жаль. Ну, в ящике тут что-то есть. Но я думаю, если мы на сегодня закончим, то это будет вполне себе хорошее закончение. Даже если нас выкинут. Сдаваться. Кажется, мы ни разу дальше трех дней, да, не проживали. Трех квот не проживали. Ой. Слушай, а если меня сожрут? Может, засчитают? Нет, лучше. Нет, нет, лучше мы тебя убьем. Как бы грубо это не звучало. Рацию ждать нельзя, да? А. На... Она их вещь, они ее покупать не хотят. Собаки. Сутулые. А ты... О, повезло. Да, выкусила. Мы с друзьями в русскую рулетку с этим звонком играли. Каждый по очереди подходит, нажимает. Кому-то повезло. 384. Что-то вы подвисли у меня. Подождите, я листочек бумаги. Я говорил, ты не верил, что я девочку видел. Я с ней даже по телефону разговаривал. Так на самом деле голос нормальный, симпатичный. Это просто личинка у тебя на голове. Я думаю, у меня есть 18. Присела. Тебя личинка на лицо присела, а ты навыдумывал. Тебя сейчас телепортирую. Ай, блин. Ладно, давайте закругляться на сегодня все-таки. Время позднее. Ты уже все, подустал? Ну да, да. А у нас только все в самом разгаре, следующая квота. Да. План. Пятилетку за 3 дня. Да. Все правильно, пусть там стоит. На его. Где? А тут? Вот тут куда. Да, давайте закругляться. Ну давайте. Может, да. Завтра, если что, будет еще повторить там, когда да. Будет настроение, сейчас пока. Да, только, только давайте не это самое, не таким большими. По чуть поменьше, да поконкретнее. Завтра что, будешь? Посмотрим, вроде бы планов не было на вечер. Короче, я с удовольствием. Ну, давайте, завтра. Давайте где-то так часов на 10, на 9. Круг вечера? Да. Как-то так, давайте ориентироваться. По какому поясу часовому? По московскому или по кому? Ну давай по Москве тогда на 10.
Хорошо. Как ты? О, спасибо, сенсей, за подписку. А? Как ты? А, все хорошо. Все хорошо. Да, 10 вечера, нормально. Единственное, я... вы можете без меня начать, а я потом присоединюсь. У меня в 10 вечера только работа заканчивается. Я где-то в 10:40 подойду, да. Ну, давай, давай. Ну, ладно, окей. Все. Да, давай. Приятно было поиграть. Да, мне тоже с удовольствием. Завтра продолжим. Все тоже сохранение, считай, да? Да. Сразу из огня до полами. Сразу квота будет у нас там под 500, наверное. Бабки. Бабки не проблема, нарулим. Да-да. Ну все, всем, да, спасибо за просмотр. Всем приятной ночи. Да-да-да. Всем спокойной ночи, всех с Новым годом прошедшим. Всем спасибо за просмотр. Все ссылки в описании, на всех подписывайтесь. Рады еще увидеть. Я что-то уже устал, знаешь, что ты произнес вот это, все ссылки в описании, у меня такие, все ссылки, я думаю, что в описании. Да, дорогие товарищи, иногда бывают такие смешные опечатки. Да. Ладушки. Все, давайте, присоединяйтесь. Спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к Хиксу, присоединяйтесь ко мне, присоединяйтесь к кооперативу Дружба. Ждем Humble 3 на другом сервере. В общем, все ссылки, все ссылки в описании. Да, и вообще. Короче, увидимся в этой или другой игре. Да. Ну все, до новых встреч. Спасибо. Да, давайте. Пока.